В преддверии Дня матери в рамках визита Валентина Петренко наградила многодетных матерей Дагестана. Женщин, подарившим детям частичку своего тепла, воспитавших их настоящими героями или попросту достойными людьми. Торжественная церемония прошла в Доме дружбы. Праздник был организован региональным отделением общественного движения «Матери России». Мероприятие прошло при активной поддержке главы Дагестана и правительства республики. О самом дорогом человеке в нашей жизни – маме. Сюжет Фатимат Бурзиевой. «Мама» – это слово Айзанат Мевлутова из Табысаранского района слышала сотни тысяч раз. Маленькая женщина с большим сердцем, тепла любви которого хватает на 10 детей, 25 внуков и 5 правнуков. У меня самое главное богатство – это дети. Я любила детей и сейчас люблю их. И внуков, и правнуков, всех я люблю. День матери отмечается в России с 1998 года. На протяжении вот уже 20 лет мамы всех регионов страны принимают поздравления и подарки от самых близких людей. Этот праздник призван отметить значение в нашей жизни главного человека – матери, поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. В эти дни также исполнилось 5 лет со дня образования Дагестанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Всем я вас тоже поздравляю. Успешная женщина, счастливая жена и многодетная мама. И это все про нее. Руководителя РГВК «Дагестан» Елену Тагирову. Как получается все это совмещать, она и сама не знает. Просто всегда мечтала иметь большую, крепкую семью и заниматься любимым делом. Мне очень приятно здесь находиться, мне приятна эта награда, мне приятно это внимание. Почему? Потому что для меня, как для матери, это первая награда в жизни. Да? И я считаю, что это самая дорогая награда, потому что вот то, что я добилась в жизни, это мои дети. Я считаю, что вот если я их, когда я их воспитаю, когда они у меня вырастут, да, когда они будут настоящими людьми, я буду считать, что я свою миссию выполнила. Успешная мама Елена Тагирова была также отмечена памятными именными часами главы республики. Поздравила с праздником всех мам Дагестана председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко. Наш праздник особенный. И я хочу, чтобы наши мужья, наши отцы, наши руководители начинали свой каждый день в смысле о том, что рядом есть самые главные люди на земле – мамы, которым отказать нельзя. Награды, грамоты и подарки вручили и тем, кто воспитал сыновей героев. Среди них мать лесника Зейнудина Батманова Султан Ханум Азизовна. Ценой своей жизни ее сын спас целую семью. Я хочу поздравить всех женщин, матерей с этим добрым, теплым праздником, счастьем, здоровьем. Чтобы дети их радовали своими успехами, трудами. Всем большое спасибо. Были также награждены приемные матери и матери-труженицы. Ну а сам праздник вся страна будет отмечать в это воскресенье. И поэтому у детей, больших и маленьких, еще есть время, чтобы поздравить свою маму. Фатимат Бурзиева, Гарбек Мариев. Время новостей.